Приветище! Это Main Assembly. А это означает что? Правильно! Сегодня наш маленький дрон будет собирать новые всякие штуки, которые помогут человечеству. Итак, сегодняшнее испытание называется «Спуск и безупречная доставка». Но вначале, конечно же, спуск. Тут, короче, вот эти вот манекены поставили коробки на 100-сантиметровую высоту. Нам их нужно как-то снять и завести в контейнер. Что ж, давай попробуем. На ограниченном пространстве люди используют продвинутые технологии, такие как полки. Это может создать сложность для маленьких роботов, но поршни поднимут на необходимую высоту любой механизм, которому не хватает роста. Ну что ж, приступим. Что нам тут нужно сделать? Ну, во-первых, нам нужно перенести ящики, не сбить ни одного манекена и подобрать звезду. Взлетаем повыше. Кстати, ты видел, да, я приоделся? Я теперь типа... Дрон-сантехник. Хотя нет, не сантехник. Дрон-работник. Вот так вот. У него молоток крутой есть. Единственное, что мы им никогда не воспользуемся, потому что у нас нет рук. Вон там вот что-то вижу. Это что? Кепка. Строительная кепка с карандашиком. Мы ее заберем. Здесь звезда дополнительная. Можно начинать строительство нашего погрузчика. Но не простого, а золотого, который сможет поднять чуть выше вот эти вилы. Значит, вот это мы убираем. Вот эту приблуду нам тоже можно убрать спокойненько. О божечки, что с моими колесами? Колеса тоже надо убрать. Дело в том, что мы открыли с тобой грузики, которые помогут нам утяжелить наш транспорт. Вот это нам, наверное, надо уменьшить. Хоп. Вот это тоже мы уменьшаем. Отличненько. Тут отверстие осталось. Ну да ладно. Сейчас мы это отверстие замажем. И все пучком. Теперь, что касается грузиков. Надо бы их найти. Вот они, грузы. Давай, наверное, возьмем 25 килограмм. Ого, какие нездоровые блины-то. И вот сюда вот налепим. 25 килограмм. Можно даже сверху. Как думаешь, 50 килограмм нам хватит? Я думаю, хватит. Хотя, кого я обманываю? Давай еще сюда налепим. Мы же не знаем, сколько ящики весит. Вот так. Теперь здесь соточка. Значит, ставим мы... Два поршня, вот таким вот макаром, с двух сторон. Теперь нам нужно сделать их повыше. А чтобы сделать повыше, нужно что? Правильно, поставить еще одни поршни. Итого, у нас получается вот такая конструкция. Сверху нам нужно с тобой поставить какой-нибудь каркас. Вот стальная пластина нам подойдет. Ее лепим сюда. Короче, получилось как-то так. Теперь мы берем вилы и пытаемся их повесить сюда. Вот. Только нужно развернуть. Давай-ка напечатаемся. И проверим наши вилы крутые. Ну, насчет грузиков, кстати, я не соврал. 100 килограмм нам хватает. Вроде нас не сильно перевешивает. Теперь насчет опустить, поднять груз. Нифига не работает. Переходим в логику. Кучу всего нужно повыкидывать, потому что это ни шиша не работает. Вот так. Где там наши поршни? Поршень 1. Расширение. Ага. Сюда же и второй поршень. И цепляем это все вот таким вот... не так. Вот это сюда. И сюда вот так. Ну-ка, ну-ка. Давай затестим. Вот, все. Все работает. Единственное, что мне не нравится, так это... Это то, что меня очень сильно качает. Ну да ладно. Давай попробуем все-таки снять коробки. Да, высота там, конечно, знатная. Мне кажется, что... Да, блин. Мне, походу, придется немножечко подрегулировать высоту моих поршней. Хотя, если я подниму поршни, в принципе, мне хватает. Грамотненько, аккуратненько заезжаем. Вот так. А, все равно не хватает. Я снять-то их не смогу. А вот так смогу. Ой-ой-ой, тихо, 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 нет! Доигрался. Я только сейчас заметил, что у поршня есть вот такая стрелочка, которую мы будем поднимать, и она меняет высоту. Вот тебе и 100 сантиметров. Теперь втыкаем на него вилы. Вот, наш транспорт готов. Попробуем поднять. Ништяк. Высота у нас отрегулирована. Но ее недостаточно. И нам нужно сделать так, чтобы мы могли зафиксировать вилку на одной высоте и в дальнейшем приподнять еще выше. Что нам для этого нужно? Ну, во-первых, как мы уже поняли, нам нужно поднять вилку выше.
на 100 сантиметров. Вот так. Итак, нам нужно, чтобы поршень поднимался на время нажатия. Когда мы отжимали кнопку, поршень останавливался, а не возвращался обратно в изначальное положение. Значит, нам нужно что сделать? Заходим в поршень. Текущее расширение. Возвращает текущее значение расширения поршня. Ага. Вот это нам подходит. Нам нужно, чтобы он возвращал после нажатия. То есть, пока я кнопку не нажму, поршень самостоятельно никаких действий не будет выполнять. Теперь нам нужно это все как-то объединить. Идем в раздел «Математика». И вот плюсик. Наверное, это как объединение идет, да? Давай почитаем. Да, объединение значений. Отлично. Входа А и выхода Б. И отправка в выход А. Тоже нужно. Значит, вот это у нас выход А. Это тоже у нас выход А. И отправляем это все в ход А. Короче, ты запутался, но тут такая логика. Я вроде бы все сделал правильно. Проверяем, тестируем. Вот я нажимаю кнопку, он едет. Отпускаю, он зафиксировался. Нажимаю, он едет. Нажимаю Ctrl, он запускается. Все! Мы все сделали как надо. Господи, с этой логикой я, конечно, тут провозюкался. Но в итоге мы сделали то, что хотели. Значит, едем к нашим коробкам. Сейчас у нас все с тобой получится. Все будет грамотно и кошерно, как у настоящих погрузчиков. Поднимаем свои вилы. Выше, выше, выше. Вот так вот, заезжаем. Аккуратненько, что так криво-то? Спокуха. Главное не навернуться. Останавливаемся. Поднимаем еще коробки выше. Черт! Выше не получается. Нам нужно значение поднять выше сотни. То есть давай мы здесь сделаем, наверное, не 100, а 110. И теперь должно быть все как надо. Цепляем вилами груз. Поднимаем. Есть! Есть зацеп. Ты это видел? Поршень вошел в полку и вышел из нее. Ну-ка, дай-ка я протестирую это. Ой, блин. Очень опасно. Есть вероятность навернуться. Вон, видал? Как поршень входит и выходит. Ладно, хватит играться. Опускаем, значит, наши коробки. Шикарно. Ой-ой-ой, сильно опустил. Еще приподнимем. Разворачиваемся. Машинку, конечно, колбасит знатно. Нужно было ее сделать все-таки подлиннее. Точнее, оставить ее длинноту. И все было бы нормально. Но, в принципе, мы и так управимся. Мы сейчас заезжаем в контейнер. Опускаем его. Звездочку заработали. Шикардос. Манекен не сбит. Теперь поехали заберем вот эту звездочку. Это звезда за манекена. То, что мы вообще аккуратные с тобой. Теперь мы едем забирать вон ту звезду. Можно сбивать манекены. Пошел в пень. Мы подъехали к звезде, а тут преграда. Сейчас мы эту преграду сдвинем. Или уберем. Давай вот так вот поднимем. Хопана! Собрали звезду. Осталось только собрать здесь. Спокойненько, спокойненько. Там камушки мешают нам. Осталось только собрать вещички. И все, можно заканчивать. Вот она эта касочка. Все, мы здесь закончили. Юху! Три звезды. Три звезды мы заработали, шикарно. Открыт уровень. Безупречная доставка. Это последний уровень в испытании. И сейчас мы его с тобой пройдем. Каждый контейнер в чем-то уникален. Некоторые, например, очень и очень тяжелые. Предусмотреть все эти трудности нелегко. Но, не сомневаюсь, у тебя все получится. Что ж, сегодня мы с тобой перевозим стиральную машинку. Можно туда залететь? Нет, нельзя. А жалко. Я бы залетел в барабан своим дроном. Ух ты, это что такое? Оу, новые виллы? Их нужно собрать как-то отсюда. То есть надо сюда как-то взобраться. А, вот тут вот есть подъем. Мы сюда заезжаем, встаем, точнее прыгаем и собираем вот эту конструкцию. Шикарно. Что здесь есть вообще? Звезды. Очень высокая звезда. Наверное, здесь нам тоже погрузчик понадобится. В общем, нам нужно не повредить ни одного товара, не сбить ни одного манекена и зацепинг сделать. Вот так-то. Хорошо, сейчас мы напечатаем нашу тачку, но сперва я хочу ее немножечко удлинить. Удлиняем задок. Опа! И вот теперь мы должны быть очень устойчивы. Сейчас мы это проверим. Поворотливость, конечно, очень страдает, но ничего. Вначале мы заберем вот эту вот стиральную машинку. Машиночка, стиральная. Тормоза, конечно, вообще ужасные. Очень ужасные. Не слушаются.
Значит, первая стиралочка у нас сейчас будет схвачена. Надеюсь, они не очень тяжелые, нас не перевесят. Так. Что-то нам, прикинь, не хватает. Вот этот поворот. Нам нужно, срочняк, поднять высоту нашего поршня. Странно, у нас тут настройки сбились, почему-то соточка стоит. Давай 120 сделаем. Все, огонь. Заезжаем своими вилами под палет, поднимаем стиралочку. О, стиралочка такая увесистая, я тебе могу сказать, это тебе не коробки перемещать. Так. Ой, ё-моё. Вот это жесть, конечно. Интересно, она не сильно повредилась? Значит, палет убираем. Вроде бы товар не сильно повредился. Это означает, что мы можем его повторно поднять. Ты видел, поезд исчез? Галики. Черт возьми, мне просто физически не поднять будет эту стиралку. У меня вилы ниже не опускаются. Это капец. В общем, как мне показалось, проще начать заново. Попыточка, я уже сбился со счету. Неважно какая, главное, что сейчас мы не должны перевернуть эту стиралку. Долбанная стиралка, она очень неудачно стоит на этом палете. Спокойненько. Промахнулся вилами. Заезжаем. Фиксируемся. Поднимаем. Теперь нужно эту стиралку опустить как можно ниже. Я думаю, что вот так. Чем ниже она находится, тем маловероятно, что она перевернется. Нас меньше укачивать должно. Аккуратненько. Аккуратненько. Просто как будто мы детей везем. Поезд, свали нафиг! Разъездился тут. Переезжаем ЖД-ху. Опасный номер. Фух! Вроде получилось. И грузим стиралочку в машину. С краешку вот тут вначале загрузим. Есть! Погрузили. А чё, все, одну стиралку нужно было погрузить? Фу ты, ну ты. Давай заберем сейчас звездочку. О, знаешь что? Давай-ка попробуем поднять поезд. Иди сюда, поезд. Он опять исчез каким-то макаром чудным. Как только он заедет на виллу, я их поднимаю. Черт возьми! Это был забавно. Ладно. Хватаем звезду и отправляемся за другими звездами. Опа! Открыта деталь бота. Датчик приближения. Ого, какой. Я о таком даже не знал, что он существует. Открыта деталь бота, гироскоп. И умный датчик еще открыто. Нифига, сколько деталей открылось. Как насчет подобрать вот эту звезду при помощи нашего подъемника? Высоты не хватает. Сейчас исправим. Интересно, какая максимальная высота поршня? Только вверх. 200 сантиметров. Как думаешь, нам этого хватит, чтобы достать до звезды? Надеюсь, надеюсь на это. Пока едем, поднимаем поршень. Он достиг 200 сантиметров. И в принципе, мы можем поднять звезду, если... Есть! Поезд нам помог. Фух! Кажется, у меня колесо отвалилось, да? Давай, сейчас вылечу, посмотрю, что там у нас... Да, у нас колесо поезд съел. Заново печатаемся. Теперь нам нужно прыгнуть за вилами. Вначале мы соберем звезду. А, кстати, может быть, за вилами и прыгать не нужно будет, слушай. Мы сейчас сделаем по-хитрому. У нас же высокий поршень с вилами. Встали ровненько. Поднимаем наш поршень. Подъезжаем. Есть! Вот такая вот уловочка. Мы все здесь собрали, едем парковаться. Пошел в пень, манекен! Хо-хо! Товар не повреждены, не сбил ни одного манекена и открыт новый уровень. О, нет! Что за уровень? Где мне его найти? Уровень, где ты? Давай вернемся, значит, в меню. Можем ли мы тут приодеть как-то нашего дрончика по-другому? Херувим, выпускник, принцесса, Санта-Клаус, болельщик, каникулы, рабочий. Вот, о! Значит, эта каска была для рабочего предназначена. Значит, рабочим мы останемся. Все шикарно. Осталась песочница. Но что там будет происходить, ты увидишь в следующем видео. На этом все. Не забывай ставить огромное количество лайков своих. Подписываться на канал, если ты еще не подписан, и оставлять комментос. А я с тобой прощаюсь, пока, увидимся в следующем видео.